Здравствуйте, меня зовут Алексей Мельников, и я являюсь специалистом в сфере блокчейн-технологий и криптовалют биткоин и эфириум. Я думаю, каждый из вас слышал о биткоин, потому что за последние несколько месяцев эта криптовалюта выросла в несколько раз, и сейчас один биткоин стоит около 160 тысяч рублей. Сейчас я хочу показать вам способ заработка на биткоин, который довольно малоизвестный, и повторить его может абсолютно каждый из вас. Как в любой платежной системе, в биткоин есть свои счета или кошельки. Сейчас я покажу вам способ, как находить кошельки, на которых есть деньги, и вы сможете переводить их себе удобным способом, например, на банковскую карту, Яндекс.Деньги, WebMoney или счет в Киви. У меня есть один известный российский сервис по продаже заброшенных биткоин-кошельков, и ссылку на него вы сможете найти под видео. В таблице на этом сервисе представлены доступные биткоин-кошельки. В них вы можете посмотреть, сколько транзакций было, в каком году он был зарегистрирован и какой баланс имеете сейчас. И сейчас я вместе с вами выведу деньги с одного из таких кошельков к себе на Яндекс.Деньги. Для начала я выберу кошелек с возрастом 11 месяцев, на котором баланс 5711 рублей и перейду к оплате. Его стоимость 4,97 рублей. На странице оплат нужно указать свое имя и имейл. После этого выбрать способ оплаты слева. Обычно я плачу через Яндекс.Деньги, но вы можете платить картой. Чтобы платить картой, достаточно ввести номер, время действия и код с обратной стороны. После оплаты нам нужно будет указать данные для выплаты с биткоин-счета. Здесь мы можем выбрать способ оплаты и также ввести номер счета. Я выбираю Яндекс.Деньги и ввожу номер своего кошелька. Затем мы ждем около 1 минуты, пока нам подготавливается выплата. Обычно деньги приходят моментально, даже на банковскую карту, но иногда бывают задержки до 5 минут. Как мы видим, на Яндекс.Деньги уже пришли средства с выплаты с биткоин-кошелька. То есть, потратив 497 рублей, мы за 5 минут получили чистыми деньгами 5214 рублей уже на свой счет. Что ж, давайте повторим операцию. Сейчас я возьму кошелек, которому 4 месяца и на нем 25 400 рублей. Его стоимость 1867 рублей. Как и в прошлом случае, оплачивать я буду через Яндекс.Деньги. Снова мы видим сообщение об успешной оплате и переходим к обмену биткоин. Снова заполняем данные своего счета и способ выплаты и жмем кнопку «Продолжить». Снова ждем подготовку нашей выплаты. Вот нас снова радует сообщение об успешной выплате и давайте снова проверим мой счет Яндекс.Деньги. Как мы видим, также выплата в сумме 25 400 рублей пришла мгновенно. Потратив на этот раз 1867 рублей, чистыми деньгами заработали 23 403 рубля. Ну это прям очень хороший результат, и вы вряд ли найдете где-то еще такой способ по столь легкому и большому заработку. Так вы можете за день обменивать несколько биткоин-кошельков и достаточно хорошо зарабатывать. Данный способ заработка по обмену биткоина работает уже около 1 месяца, и пока валюта растет, ваш заработок тоже растет. Как мы увидели, здесь нет ничего сложного, и данный вид заработка доступен вот абсолютно каждому из вас. Кроме того, я от вас не требую никаких денег за курсы или что-то подобное, потому что я не занимаюсь обманом, и мне это просто не нужно и не выгодно. Кроме того, если у вас будут какие-то вопросы, предложения, отзывы, или у вас что-то не получается, вы можете написать мне на почту, которую вы тоже видите на странице ниже. Обычно я отвечаю всем в течение 1 дня. Также в углу экрана вы можете видеть иконку чата ВКонтакте. Там обычно я отвечаю быстрее и можете спрашивать там. Мне будет очень приятно, если вы оставите отзыв о своем заработке и поделитесь этой страницей с друзьями в социальных сетях. На этом все, ссылки на все необходимое вы найдете на этой же странице под видео. Желаю вам удачных заработков, и если вам что-то было непонятно, присмотрите это видео еще раз. Не бойтесь пробовать что-то новое, и, конечно же, я желаю вам удачи.